алмазы. Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, не жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай». Там прямо бессоли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за можай. Потом зачет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года на мне не бросить и не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, вперед 500, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал, ночь, полночь. Но надо ж так под Новый год. Назад 500, вперед 500, сигналим зря, бурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.